Министр сельского хозяйства страны Айдарбек Сапаров ознакомился с работой ТО «БТГУ». Предприятие занимается складированием, хранением, переработкой и очисткой зерна. Мощность единовременного хранения составляет 80 тысяч тонн урожая. Вот, получается, вы объем закрыли уже, получается, 80 тысяч? Поэтому на площадке лежит зерно, да? Да, поэтому на площадке лежит. Будете отгружать старые на землю? Мы, да, отгружаем и сразу завозим на элеватор. Дальше принимаем на площадке еще, чтобы не задерживать. Сейчас нету места, чтобы не задерживать, но да, принимать будем еще. Сколько еще придется принимать? От сельхозного товаропроизводителя, то 1030 они хотят сдать еще. Площадь элеватора составляет 16,5 гектара. В сутки поступает более 2000 тонн урожая, таких как пшеница, ячмень, подсолнечник, лен, рапс, бобовые и масличные культуры. Зерно поставляется со всех районов области. Элеватор у нас сам 49,7. Емкость элеватора самого основного элеватора. Склад сырья силосного типа, мини-элеватор у нас около 10 тысяч. Есть склады 18, 7 складов, общая емкость 18,600. Вы видите, что у нас сейчас вот зерно на площадках лежит. Так как мы с остатками вышли 33 тысяч тонн зерна с переходящим остатком на новый урожай и приняли 47 тысяч. Затем министр сельского хозяйства побывал в Кызылжарском районе. ТО «Митронин» специализируется на выращивании зерновых и зернобобовых культур, таких как пшеница, рапс и лен. Общая площадь посева составляет 3000 гектаров. А сколько гектаров всего земли у вас? У нас 3000. В общем, по кругу 40 центнеров по, да, зерновым получилось. Да, да. Здесь 20 получается. 20, да. А масличный, кроме льна, что-то рапс. Рапс сколько? 26 центров. 26 гектаров. Да. 26 центров с гектара, но у нас 50% стерневые участки, 50% паровые. От паров отходим, зернобобовые. Ну, правильно, зернобобовые. Средняя урожайность предприятия составляет 31 центнер. На сегодня уборка на полях товарищества завершена. Первыми брали зернобобовые культуры, по чечевице урожайность 24 центнера, по красной ушло, мы мелкосемянную красную чечевицу сеем. По гороху 20 центнеров урожайности ушло. В первую очередь зернобобовые сеем и убираем. Потом зерновые, зерновая группа в районе 40 центнеров урожайности ушла. И масличные культуры. Масличные культуры у нас рапс масличный и лен масличный. По рапсу 26 центнеров урожайность получилась круговую. К слову, на сегодняшний день по стране собрано более 23 миллионов тонн урожая. Алихан Джексыбаев, Демир Искендиров, служба новостей.